Горячей темой для обсуждения стала и авария, которая произошла этой ночью в Москве. Грузовик придавил корреспондента нашего канала. Сделал он это намеренно или случайно, пока непонятно. По словам очевидца, все начиналось как обычное ДТП. КАМАЗ по касательной задел автомобиль журналиста Дмитрия Барбыша. После этого Дмитрий вышел на дорогу, чтобы осмотреть повреждения своей машины и выставить знак аварийной остановки. Но внезапно водитель грузовика нажал на газ. Я закричала, соответственно, водитель тоже закричал, но КАМАЗ не останавливался. И водитель, получается, просто вот хватило ему силы, я не знаю, мужества подлезть под своей водительской дверью и таща за собой ногу, убежать на обочину. Потому что водитель только потом остановился КАМАЗа. Стоял я прямо, они там врезались или что, их тут не видно, там мертвая точка, куда они подъехали. Я, соответственно, хотел ехать дальше, Пострадавший водитель сейчас находится в больнице, у него перелом ноги. Участники ДТП часто ведут себя неадекватно после аварии и пытаются скрыться с места ЧП.